come to their own defense line. Потому что если мы предпочитаем играть один в один, тогда все игроки должны замечаться за своими игроками. Their rivals come with them, and they want to mark them closely, but on the last row, it's three times one against one. И в любом случае при правильном расположении они специально создают ситуацию, когда будут игроки попадать в ситуацию один в один на подрешающей стадии атаки. So if you know this, so say to your midfielders, come to the goalkeeper, come to the defense line, and make plays, and then one against one, one against one. Широко располагаться и сыграть еще быстрее передачи, дальше